Доброго времени суток, дорогие друзья! Вы на канале Юбилейные монеты. Сегодня на обзоре мы рассмотрим такие две монеты, которые попались мне на сдачу в обороте. Сегодня ходил в магазин, ну и дали мне на сдачу сразу две монеты, которых мне не попадалось еще. На дворе уже 2021 год, по сути уже должны попадаться монеты 2021 года. Но мне только сегодня попались монеты номиналом 10 рублей 2020 года чекана. Ну, монеты, конечно же, были непродолжительное время в обращении. Есть следы обращения, ну, такие уже замызганные немножко, но, тем не менее, в блеске еще. Вот. Монеты эти совсем обычные. Кто-то такие монеты в мешковом состоянии, в качестве АНЦ, можно сказать, в мешковом АНЦ, продавал эти монеты за там, 50 рублей, за 100 рублей. Я как-то видел это на торговых площадках, что эти монеты продавались. Но тем не менее, я ждал, выжидал, и вот мне попались эти монеты. Спустя где-то полтора года, ну, или год, где-то так вот. Вот, 2021 год я по статистике планирую выловить через годик, наверное. Скорее всего, это будет. Вот, такие вот монеты, друзья. Вполне обычные монеты, ничем они не отличаются от других десяток. Вот, 2020 год. Такие монетки. Сразу попалось две. Я очень удивился, что не было, и тут сразу две. Может, распаковали какую-то упаковку этих монет и начали их в обращение пускать в торговых сетях, я не знаю. Ну, в общем, начали мне вот попадаться такие монеты. Вот такое, друзья, видео. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, попадались ли вам такие монеты. И когда они вам попались, вот будет интересно почитать и посмотреть. Если вы не подписаны, конечно же, подписывайтесь, ставьте лайк, нажимайте также на колокольчик, чтобы вам приходили все уведомления моего канала. Ну, на этом все, друзья. Всем спасибо за внимание и всем до скорых встреч. Всем пока.